Привет! Тайлер, ты отлично сработал с конвоем, кстати. Знаешь, как трудно меня впечатлить? Я... Невозможно. Я поставил на тебя хорошие деньги. Я так впечатлен. Офигеть, как впечатлен! Говорят, ваша команда может закатать всех в городе на дрифте и дрэге. По дрифту главный шифтлок, по дрэгу клуб бунтарей. Победите их, боссов, будете на шаг ближе к гонке. Сможете, ребятки? И, кстати, скажи своей Джессике Миллер, у моего знакомого есть для нее работа. Надо подвести ВИПа. Подробности вышлю потом. Что скажешь? Ну... Молодца! Молодец! Так, ребята, пора погоняться с клубом бунтарей и шифтлоком. А это значит, что мне нужна тачка для дрэга. Сообщи, когда ее раздобудешь, и мы все утрясем. А что у тебя, Мак? Я сам куплю и настрою себе тачку, спасибо. Пора оставить следы на асфальте. Кстати, Джесс, у Шулера есть для тебя контракт. Инфа должна уже прийти. Правда? Интересно.
Посмотрим, как ты справишься с этим дрэгкаром. Раф, ты так говоришь, будто это моя первая гонка. Я видел, как за несколько заездов дрэга выгорали лучшие гонщики. Раз ты так обеспокоен, может, приедешь и дашь мне советы по гонке? Я пас. Ты меня уже как-то выманил с аэродрома, а потом швы накладывай. Даже если стартовать идеально не удалось, можно догнать, если вовремя переключать передачи. Понял. В дрэге главное — это машина. Ты можешь быть лучшим водителем в мире, но если железо не на уровне, не выиграешь ни черта. Если все время проигрываешь, значит нужен апгрейд. Потому ты мне и нужен, Раф. Вместе мы заставим эту малышку урчать. Спасибо за советы. Посмотрим, как я их запомню. Когда гоняешь в Сильвер-Роке, каждая четверть мили — это битва. От отжига до финиша — борьба по максимуму. Я старшая сестра, а это — клуб бунтарей. У тебя дрэговая тачка, но ты не из моей команды. Ты кто? Вдруг ты шпион дома и пытаешься подорвать нас изнутри? Я Морган. Ты Тайлер Морган? Ха, можешь звать меня старшей сестрой. А что от тебя нужно дому? Ты задаешь опасные вопросы, Морган. Докажи, что сможешь гоняться с клубом бунтарей. Потом поговорим. У нас одни правила. Правила дрэга. Будешь нарушать, берегись. Да, да, я знаю, что делать. Вроде бы. Победа! Еще раз! Понимаю! Да, это тот самый Тайлер Морган.
Старшая сестра, значит? Крутой позывной. Так команда помнит, что мы семья, а я главная. И вообще, когда выступаешь против дома, настоящее имя лучше скрыть. Кстати, насчет дома. Мы едем в район казино, чтобы показать им, клуб бунтарей не подчиняется никому. Ты с нами? Вот теперь ты говоришь на моем языке. Я с вами.